Вот у нас сегодня рыба на столе. Значит, он сейчас карпа режет. Ну, можно не пойдет так. Белый. Вот я не могу его переделать. Перерезать не могу. Вот видишь что? О, карп. Их купили. Мне принадлежит 40 карпов. 20 штук мальков на 1000 рублей. Вот он. И сказал, живущие какие, видишь? Вот посмотри. О! А то я тебя в руке держу. Так они разные, да? Так они только-только начали расти. Мы гробим их. Он может килограмм по 9, по 10. Ну а помнишь, там снимок был, Геннадий-то этот поймали как. Я ничего не могу сделать, надо топором рубить голову-то. А что, он сверху не режется? Да и рыба-то, и карась какой хороший. Ну да. Я говорю, а он сверху не режется разве? Не могу перерезать. Не могу. Так нет, надо это, резать. Я режу. Видишь, он перетерпешится. Нет, топором надо рубить. Давай топорик. Я не могу, тогда голову не резать. Там оставили. Давай, садись, Сергей, что стоишь-то? Топорики там оставили. Там есть другой топор, который... Ух! Поганый. Что у него внутри-то есть? Поганый там мы с тобой оставляли. У него кровь-то как из быка. Это что, пузырь такой? В ладонь положись. А это что у него? Икра или что? Я не знаю, что это у него. Кто его знает? Знаешь, что-то сам отбирай, я больше не буду. Я боюсь. Я тоже боюсь их. На них страшно смотреть, они такие. Можешь отдать кому-то? Так, давай. Это видно, что икра. Ой-ой-ой. А это-то дудка-то какая, глянь. Иди сюда. Иди. Вон он, я дал ему. Не подавится? Она больно длинная. А тут-то как, что у него здесь? Это как у, это, у барана у какого. Не, я его не буду обделывать. На. Вот я его выдрал, все. Это, Сережа, сейчас не пойму, что это щешется. Садись. Так, куда это? Я ему дам. Голову-то можно не резать, просто с головой, пусть хранится. Давай ведро, куда его отправим? Почище вот это, да. Фартук надели на меня. Ну, вот туда отойди. Так пойдет дело. О! Ой-ой-ой. А это куда теперь делать? Чашку какую-то для кишок-то нету? Да вот у нас тут. Куда? Сюда? А! Давай. Да нет, это грязь какая-то. Это грязь? Конечно. Ее выкидывать надо вообще. Он грязи питается, да. Вот человек. А чешуя-то какая? Нарочная шуя. Так они разные. Карпы-то разные. А этот вон какой, этот вон какой. А-а-а. Ну-ка, давай посмотрим. Это на типа конь зеркального, а этот такой. Какой-то. Ну, это уж какие нам дали. В своем пруду выловили. А это-то, как у него гладко-то, не это, по чешую-то не запопадешь. Видал, как оно, как у крокодила. Он только-только начал расти. Ну, весной малек был.
Он раз, наверное, в 20 больше стал. Пузан какой. Я не пойму, вот это тот, а что стоит, руки-то опустил? Смотрю, любуюсь. Кино, что ли, смотришь? Вот я ему сейчас вытащу изнутри-то. А голову резать не будем. И зачем? А зачем? Мы не на продажу. Вот так. Да. Надо изнутри будет маленько посолить. Маленько. И заморозить. Сразу. Вот даже не знаю, что тут брать. Правда, я никогда так не было. Что он холодный-то какой. Вода так холодная, конечно. Это жир, жир у него такой. Белый, обожрёшься сейчас. Бери чё? стул возьми себе, или ты сходишь. Что с ними делать-то? Чё. То, что Игнатьич хочет сделать, то и делай. Вот это сваришь, посмотрим еще. Карасик, это дело другое. А то куда кишки отдельно? Грязь. Я какая грязь-то? Я потом возьму кошку и собаку. Какое-то поганое ведро надо дать туда, грязь эту. Там я на пол кидал, а тут я не могу на пол кидать. Сейчас. Какое поганое ведро, дай. Сейчас. Сюда подойди. Поганых ведер у нас здесь нет. А, сюда вот. А этот вообще, глянь, какой. Вот этот желтый. Да, такой же. Да. Большое дело. Может, его взвешивать надо? А? Взвешивать может надо. Да, возиться с ним. И что тут? Вот, в общем бедре. Потом поделишь. Тебе нам тоже большой нож взять. Серьезно. 4.
Все, я заканчиваю? Да. А что тут? Показал, да и все.